Если успеешь поставить лайк за 3 секунды, то все, о чем ты мечтаешь, сбудется! Уважаемый D-класс, все на месте? Да, все здесь. У меня для вас хорошие новости. Вы заслужили помилование, но оно будет не очень простое. Для этого вам нужно будет поучаствовать в одном из наших новых экспериментов. Хотите узнать, какой эксперимент? Да, что еще за эксперимент? Мы вообще-то помилование заслужили, нас должны были отпустить еще вчера. Да, хорошо, можешь и продолжать. Суть эксперимента такова. Вам нужно будет выжить в лабиринте, наполненными SCP-мультяшными котами. Звучит неплохо, правда? Так это же не SCP, это творение Тревора Хендерсона, мы все знаем. Но вы сами понимаете, SCP-фонд, все дела, это опасные вещи, их нужно держать под контролем, так что считайте это SCP-объекты. Ладно, Бобби, давай просто выберемся из лабиринта, как они сказали, и потом поедем к себе по домам. Как ты, все понял, братик? Да, братик, погнали. Все, пойдем. Мультяшный кот — это далеко не котик, как вы могли подумать. Вы вообще знаете, кто это? Мультяшный кот, мы знаем, он невероятно опасный монстр, который убивает просто своих жертв, но мы выберемся из лабиринта, и вы нас отпустите. Удачи! Прыгайте внутрь. Мне с его смеха страшно. А кто тут лежит? Еще третий с нами, что ли? А вы что, его не узнаете? Присмотритесь поближе. А, это Андрюха, Бобис, это Андрюха! Ну да, что? Да, я думаю. Готовы? Да, мы готовы, все, поехали. Пацаны, меня забыли. Ой, точно, Андрюха, нас же трое. Здорово, ну чё, вот мы уже и в лабиринте. Вот, смотрите, уже стоит вот этот картун Кэт, мультяшный кот. Боже, он стрёмный, не подходите. Ай! Ударил, братан, больно, я знаю. Зараза. Так, чё, тебе правила уже объяснили? Нет, меня усыпили, как собаку, и все. Так, смотрите, короче, мужики, если мы выберемся из лабиринта, наполненным вот такими вот объектами, монстрами, мультяшными котами, то нас помилуют и выпустят из лаборатории SCP, мы больше не будем дэшками. Смотрите, нам дали вроде как 5 попыток, сказали, что нам нужно добежать вон до того замка в лабиринте. Также в лабиринте есть 3 спасательных телепорта. Если мы находим телепорт, то мы попадаем, наверное, в безопасную зону, либо сразу в замок, я не знаю. Там сказали очень много вот таких вот мультяшных котов. Все это невероятно опасно, и нам предстоит жесткое испытание. Ну что, вы готовы? Да. Ну что ж, всем здорова, дорогие друзья, с вами по-прежнему Верфони и Бобби, и мы продолжаем играть в игрушки под названием Гаррис Мод. Всем хай, дорогие друзья. Здорово, чуваки. Ну что ж, ребят, как вы уже поняли, сегодня мы будем выживать в лабиринте против Cartoon Cat, творения Тревора Хендерсона. Многие, наверное, уже знают, что, скорее всего, SCP-фонд уже поймал данный объект, поэтому это действительно интересно. Ну что, в правила вы все знаете, друзья, мы тоже правила знаем. Давайте, что, побежали в лабиринт, разбегаемся, у нас есть... сколько секунд? 5-10, да, пацаны? Ну да, Даша, давайте, пацаны, разбегаемся. Все, пацаны, разбегаемся. В принципе, короче, что, можно уже, да, пацаны? Все, включаем. Ты бычков. Уверен в своих силах? Хотя я не знаю. Бобби, ну отойди, Бобби, крыска! Все. Пацаны, он уже бежит. Бежит кот? Все, друзья, за нами бежит Cartoon Cat. Это просто хана. Также в лабиринте их огромное количество, то есть можно сейчас вот бежать, как я, и наткнуться просто на него. Парни, вы где-то вообще? Как дела у вас? Я вижу башню, вот все, что я вижу. Башню? А я вообще ничего не вижу. Я хоть и продвигаюсь куда-то, но я не знаю. Боже, как же стрёмно, ребят. Офигеть вообще. Чё? Я нашел Андрюха. Ты нашел еще одного Cartoon Cat'а? Вы вместе, пацаны, давайте как-нибудь встретимся. Тупик, Андрюха. О, пацаны сдохли, остался я один, боже мой, друзья. Но я прибежал в такой жесткий тупик, но я, главное, ни одного кота еще не встретил, пацаны. Ни одного. А мы нашли и раздефузили его, так сказать. Да, просто капец, ребят, я не знаю, куда бежать, чуваки, тут везде тупики. Шарите? Просто я везде. Думаю, ты справишься. Абсолютно. Я опять... Чё? Я, по-моему, тут уже был. Я не знаю. Я, походу, сейчас в начало, пацаны, приду. Стойте. Походу, да. Я в начале. Серьезно? Вон, друзья, там Cartoon Cat стоит. Смотрите. Выход найти. А, он бежит за мной. Щит. Ноу. Офигеть. Пацаны, он прям за мной. Пацаны, он жестко прибежал за мной. Я боюсь. Но он быстрый. Да, он один уже близко. Нет, никаких тупиков. Где он? Он меня потерял. А, нет, они... Ой, там... А я в тупике. Ой, я дурак, все.
Все, схавали меня, ребята. Да, первая попытка у нас у всех закончилась. Ну шо, пацаны, вторая попытка, погнали. Все, давай, 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 врубай. Куда, давайте вместе. Давай, давай. Ой-ой-ой-ой, Андрей. Погнали, братик, бежим вдвоем, друзья, с Андрюхой. Капец, ты быстро бегаешь. Я без шифта бегал, Андрюх. Куда, куда? Меня зажали вдвоем. А, Бобиса, все. Там тупик. Андрюх, там тупик, так, я тут бегал в прошлый раз, тут везде тупики. Давай прямо. Да я не знаю, куда, друзья, бежать, это капец хардкорно. Просто лайк, ребят, просто лайк. Бобиса сожрали, Бобис, ты как? Давай по рации хоть поболтаем, братишка. Да что, меня зажали вдвоём, котяра эти. А за мной бежишь? Да, я бегу. Аккуратно, брат. Аккуратно, не так быстро бегай, я так не могу быстро. Я не так быстро бегаю. Давай, 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 давай. Куда бежать? А котов, кстати, нет вообще, братан. А я не знаю, ну, налево. Кушает. Да, не бой. О, смотри, какая прямая. О, с кайфом, брат. Куда ты бегуешь? А замок-то ближе, ребят. Не, а мы что-то в другую сторону тебе побежали, братан. А где ты? Она теперь бежит в другую сторону. Да мы по одному пути. А, там всё. Тупик. А там тупик. Там тупик! Как мы долго бежали, брат, и все это было в тупике. О, щит! Просто вообще! Боже! Чё? Сюда. А куда нам? Ты видел его? Да, он не обратил на нас внимания. Так, давай как-нибудь... Давай за ним, за ним, давай, за ним. Давай вот за ним, потихоньку. Так не спеши, может, он нас не заметит. Да, надеюсь. Да он заметит, Андрюх. А куда мы туда... Давай вот сюда. Куда? Где были, откуда мы? Я пришли? Не знаю. Откуда, это я помню. Ну. А давай прямо, прямо сюда. Вот сюда, куда я бегу? Там тупик, да, мы да, тут да, были, да, ты да. Чё? Так, в смысле? Мы там были, там тупик. Так, братан. Что, все? Да, нам тут везде тупики. Только... Мы просто вообще, походу, не там зашли, братан. Нет! Беги, брат! Андрюха! Да все, а куда? Тут везде тупики. О, щит, я в тупике. А где он? А где он? Не знаю. А, он здесь! Нет! Боже, вон он, друзья, бежит. А, дурацкий картон крит. А все, я перебегу опять в тупик. Ладно, ребят, я умираю героической смертью просто. На! Минус голова, пацаны, с кайфом, с кайфом. Ну что ж, друзья, очередной наш раунд, пацаны, погнали, 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 все, сразу в бой, побежали, все, ребят, Cartoon Cat вышел на нашу охоту, мы должны выбраться, боже, я в тупике, гайс, оу, щит, о, Бобби, здорово, мы рядом. Где? Я сзади. А, Бобби, 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 о, зажали, с двух сторон, пацаны, зажали, вот это жесть. Вот это класс! Ну шо, пацаны, четвертая попыточка, погнали! Да, если сейчас у нас не получится, у нас останется просто последняя, пацаны. Давайте, может, разделимся, я не знаю, как-нибудь просто. Я без понятия. Хоть кто-нибудь. Да, хоть кто-нибудь, пацаны, выживите. Я в тупике, за мной не беги, уйди! Бобис, тут тупики. Бобис, он, близко! Да, Бобби, отойди! Тут тупик! Иди отсюда! А, тут тупик! Тут тупик! Бобби, 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 сядь, Бобби, сядь, 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 Бобис! Крыса! Бобби, я сдох, брат. А ты тоже все. Смотрим, смотрим, ребят. Опа! И Бобиса тоже просто жирают. Остался Андрюха. Андрюх, давай, братик, на тебя вся дождь. Все! И Андрюха тоже приехал, ребят. Понимаете, все, у нас осталась последняя попытка. Я просто не знаю, как выбираться, пацаны. Я вообще без понятия. Ну что, ребят, у нас последняя попытка с пацанами выбраться из лабиринта. Вот этот кот страшный, просто невероятно зверь. Ну что, пацаны, все, забегаем. И была не была. Я не знаю, ребят, получится, не получится, что у нас. Короче, пацаны, я продолжаю вот тут бегать, чуваки. Я просто куда-то давай. Сюда, не знаю, в тупики, не в тупики. Да, я опять третий раз, ребят, в этот тупик забегаю. Вы соберись, понимаете? Братан. Вообще, как просто нам дойти до замка? Мы даже близко ни разу не были, чуваки. Близко даже до замка никто не был. Вы шарите вообще? Да. Это просто капец. Огромный, кстати, ребят, лабиринт реально просто гигантский. Я не знаю тут, как вообще выбираться. Так, гайс, а мы что, разделились в этот раз? Да. Вообще, да, получается. О, это, наверное, опасно. Я прямо побежал. Куда? Я прямо побежал, и мне уже... Ой! Ай-яй-яй! Я застрял, Бобби, я бы с вами общался, меня убили. Бывает, браточек, я прибежал в какой-то тупик, пацаны. Нет, тоу, щит! Да ладно, пацаны, ну как так? В
В общем, ребят, нам дали экстра раунд, самый последний, припоследний, чтобы мы все-таки попробовали сбежать. Давайте, пацаны, определимся, кто куда пойдет. Погодите, пока. Я прямо. А, все, уже пора бежать. Ладно, я тогда вот сюда направо, пацаны. Не знаю, получилось или нет, куда я просто бегу, я без понятия, гайс. Просто без понятия. В тупике я, пацаны, я вы. Как у вас дела? Наши шансы утроены, ребят, не забываем. Почему утроены? А, то, что мы в три разных этих побежали, это да. Да, пацаны, я опять, короче, блуждаю, я не знаю, где я, пацанчики. Просто, я походу... Я в самый... Я в начало прибежал, серьезно? Пацаны, вы прикиньте? Я живу! А за кем кот? Я не знаю, я прибежал в начало, но я живу, пацаны. Я просто живу. Я не знаю, где я блуждаю. Ищите, пацаны, выход, ищите, как прийти к замку, как вообще добраться оттуда. Ну, я, походу, опять начало, сейчас тоже приду. Да? Братан, ну бывает, просто бывает, я не знаю, я где-то, пацаны, блуждаю, хоть бы котов нигде не было, я не знаю, я просто бегу изо всех сил. Пацаны, портал! Пацаны, я жду вас, я хочу, чтобы вы со мной. Я направо побежал, попробуйте побежать тоже направо, тут портал, гайс. Как? Я не знаю, на шару я в три в тупика забежал, блин. Я жду, пацаны, нету рядом котов. Вроде как нету. Я не выберусь из лабиринта, дружище, походу. Направо, пацаны, я жду, жду, пока котов нет, друзья. Вот портал. Один из трех порталов, чё? Если ты увидишь кота, забегай в портал и брось нас. Хорошо, давайте я вас подожду, подожду. Чё? Кота нашел. Бобис, 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 живи. Андрюх, я тоже живу! Нет! Бобис, ты как? Ждать тебя или что? Или прыгаю? Не-не-не, прыгай. Все? Ладно, пацаны. Да. Я у замка! Я у замка! Хорош! Как зайти? Я вошел. О, тут стоят охранники SCP, пацаны. Вот так вот, на тебе, гвард, на, охранник. Ха. Ну что, пацаны, прилетайте, прилетайте ко мне. Ну, в общем, давай. Блин, мне удалось, друзья, выбраться. Офигеть, можно взлететь, посмотреть? Какой же он гигантский, тут на протяжении вообще всего лабиринта, вон где коты бегают, посмотрите. Офигеть. Красиво. Вот это да. Ну что ж, ребят, на этом наш ролик заканчивается. Мы с пацанами надеемся, что такой угарчик вам понравился. Обязательно подписывайтесь на все наш канал, не забывайте про лайки, про колокольчики, про положительные комментарии. В описании есть ссылочки на наши социальные сети, ВКонтакте, Инстаграм. Ну а на этом у нас все. С вами сегодня были Овер, Фони и Боби. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока. Всем до скорого, ребята. Адьос, чуваки.